Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. У меня есть очень хороший друг, с которым начали выстраиваться отношения. У него диагностирована депрессия, пьет таблетки, но часто пропускает. В эти пропуски он пропадает отовсюду, до него невозможно достучаться и дозвониться. Знакомы мы уже 4 года, у него часто бывают такие загулы без таблеток, из-за чего я очень волнуюсь и злюсь. Мы много раз говорили, я пытаюсь понять, что у него нет сил на общение, но все равно не понимаю, как можно написать, хотя бы у меня все хорошо, не волнуйся. Хотелось бы слышать совет, как общаться с такими людьми, как не давить, если любое сообщение воспринимается как напор на слабую душевную организацию человека. А как вообще взаимодействовать, если его сил хватает только на ответ и короткий диалог раз в полмесяца? Спасибо за ответ. Ну, вообще, наверное, для начала имело бы смысл как-то имело бы смысл, наверное, изучить, что такое депрессия в целом. Вот, и изучить ее, и как-то вот для себя, наверное, просто понять, о чем идет речь, потому что, скорее всего, вы просто, ну, не осознаете того, с чем столкнулись. Вот. После того, как вы это изучите, после того, как вы это поисследуете, вот. После этого, в принципе, уже можно было бы говорить о том, ну, на мой взгляд, принимаете ли вы человека или нет. Вот. То есть, ну, вот, способны ли вы принять человека с такими особенностями. Вот. Потому что если нет, например, то совершенно очевидно, что вам этот человек не подходит. И тогда не совсем понятно, какие конкретно отношения вы с ним выстраиваете. Вот, что это за отношения, где нет, ну, такого вот, безусловного принятия, что ли. Вот. То есть, если мы находимся в отношениях, да, если мы взаимодействуем с человеком, то в первую очередь мы принимаем его безусловно таким, какой он есть. Вот. Конечно, вы можете не принимать человека таким, как он есть, это ваше право, но тогда и не общаться с ним. Вот. Дальше. Поправьте меня, пожалуйста, если я ошибаюсь, но мне показалось, что вас злит то, что человек как бы с вами не считается. То есть каждый раз, когда он пропадает, вы чувствуете себя как будто, не знаю, как будто обесцененный. Вот. То есть вы чувствуете себя
так, как будто вас обесценивают. Если это так, то вы пытаетесь, к сожалению, за счет него, за счет человека, вот, решить какую-то свою проблему. В частности, проблемы собственной важности. Вот, выбирая человека для того, чтобы так решать свою проблему, вы, на мой взгляд, обрекаете себя на неудачу. Вот. Почему? Почему вы обрекаете себя на неудачу? Это очень тоже такой довольно важный момент. Почему? Потому что вы не получите, к сожалению, от человека того, что вы хотите. Именно по той причине, что человек не может дать вам то, что нужно. Вот. И как мне кажется, я, конечно, могу быть неправ, вот, но как мне кажется, вы выбрали этого человека, вот, не случайно. Вот. То есть вы выбрали этого человека не случайно, именно для того, чтобы обжигаться. Вот. Потому что, скорее всего, опять же, в глубине души вы себя обесцениваете. Вот. Вы говорите про отношения. Вот. Ну, то есть вы говорите про отношения, говорите, что у вас зародились отношения. Вот. А на почве чего родились отношения? Ну, то есть буквально вот что вас, условно говоря, да, объединяет, что вас связывает с человеком. Вот. Я думаю, что это очень важный момент. Что вас объединяет, что вас связывает с ним. Вот. Задав себе этот вопрос и посмотрев на то, что реально вас связывает друг с другом, вот, вы можете также более подробно увидеть, что это за отношения. Вот. Обратите внимание на то, что вы снова и снова злитесь, когда человек пропадает, когда человек исчезает. Вот. Случайно ли это? Нет. Это не случайно, то, что вы снова и снова злитесь, это не случайно. Вот. На мой взгляд, вы каждый раз ожидаете того, что человек будет вести себя по-другому. Вот.
А человек тебя не ведет по-другому. Не может, не хочет. Это не так важно сейчас. Важно, что он себя не ведет. Так. А вы, получается, снова и снова ждете этого. И, соответственно, здесь уже речь, конечно, не про ваше отношение к человеку. И даже не про ваше беспокойство про него. Хотя с этим вы, скорее всего, со мной не согласитесь. Речь идет именно о том, какую проблему пытаетесь решить вы. Речь идет именно о том, что за проблему пытаетесь решить вы в этой ситуации. Вот. И эту проблему нужно вам решить. Это нормально, что вы хотите ее решить. Это нормально, что вы злитесь, когда человек поступает так, как он поступает. Это нормально. Пожалуй, деструкцией является то, что вы снова и снова ждете от человека этого чего-то. Вы говорите, как общаться с тем, кто любое сообщение воспринимает как напор. Вот так и общаться. Вот так и общаться. Так и общаться максимально, максимально дружелюбно. Максимально нежно. Максимально мягко. Вот. Другое дело. Другое дело. Если вы этого не можете, это совсем другой вопрос. Понимаете? Нужно терпение, да? Нужна выдержка. Ну, я имею в виду, для того, чтобы взаимодействовать с человеком, вот, который болеет. Нужна выдержка. А это совсем непросто. Понимаешь? И вы себя, получается, выставляете. Вот. Ну, мне вот вас, конечно, хочется спросить, зачем вы себя заставляете? Ну, вероятно, вы скажете, что, значит, что человек вам важен, и вам на него не все равно. Возможно. Но своими действиями, своими требованиями вы ведь не оказываете ему услугу. Вы ведь не принимаете его, вы ведь все время надеетесь, что он изменится. Вот. Вот и подумайте, пожалуйста, на эту тему. Подумайте, пожалуйста, на эту тему. Подумайте, пожалуйста. Вот. Так ли вы вот принимаете его? И так ли он вам нужен? И так ли он вам дорог? А если дорог, что хорошо, как вы это проявляете и выражаете. Вот. Я не говорю сейчас, что у вас нет к нему чувств. Я не пытаюсь это сказать. Я пытаюсь сказать немножко другое. Я пытаюсь сказать, что у вас, скорее всего,
ну вот, помимо тех чувств, о которых вы пишете, то есть, вот, помимо того, что вы о нем беспокоитесь, да, и помимо того, что вы о нем переживаете, вот, я думаю, что помимо этого есть у вас что-то еще. Я думаю, что у вас помимо этого есть еще какая-то, ну, какая-то эмоциональная направленность на человека. Вот. И что это за эмоциональная направленность на человека? Нужно выяснить. Потому что если она не имеет к нему отношения, то вы отношениям так им только вредите. Вот. Ну, может быть, что для вас испытывать такие чувства, например, как переживание за кого-то, означает, что человек вам должен. Вот. То есть, у вас может быть такой взгляд, такая привычка, что если я, допустим, за человека беспокоюсь, вот, то если я за него беспокоюсь, то это означает, что он мне должен. То есть он должен давать мне какую-то обратную связь. А может быть, вы волнуете, что с ним что-то происходит. Может быть, вы беспокоитесь, что с ним может что-то случиться. И вероятно, с ним действительно может что-то случиться. Это, вероятно, правда. Вот. И это тоже то, что вам, на мой взгляд, нужно принять. Что вы связали свою жизнь с тем, с кем может что-то случиться. Вот. Это неприятно, это может быть ужасно, это может быть больно, вот. Но это правда. И вот тоже ваше отношение к этому очень важно выработать. Конечно, в неком таком, я бы сказал, идеальном мире вам нужны рекомендации врача. Вот, именно рекомендации врача вам нужны для того, чтобы понимать, как общаться с этим человеком. Вот. Который, кстати говоря, как я понял, исходя из вашего, сообщения, не очень хочет лечиться, сам пропускает лечение, сам бунтует. Он подвергает свою жизнь опасности. Вот.
И вполне возможно, что ну, поступает эгоистично, да, и не только допустим, с самим собой, да, вот. Но он поступает эгоистично и с другими людьми. Вот. С теми, кто не беспокоится. Но при этом не берет ответственность за это. И это тоже. Что к чему вам нужно выработать свое отношение? А готова ли я это принимать? Готова ли я с этим мириться? Могу ли я это принять? Или нет? Или не могу? Вот. Вам нужно на эти вопросы для самой себя ответить, конечно. В противном случае будут проблемы. И проблемы довольно серьезные. Вот. По типу тех, с которыми вы сталкиваетесь уже сейчас. Иными словами, насчет за ваше реагирование на поведение человека вам необходимо самой взять ответственность. Вам. Я злюсь, что со мной происходит. Я жду, например, от там, допустим, ну, от него, да, я жду от него каких-то действий, да, там, к примеру, чего-то жду от него, да, вот, что это такое, чего мне хочется, вот. Вот на эти все вещи нужно вам ответить. И тогда уже смотрите, выбирайте, как вы будете дальше с ним общаться и будете ли вы. Да? Ну, будете ли вы общаться с ним вообще. Ведь вполне может быть такой момент, что вы решите, что не хотите общаться. Может такое быть. Мне кажется, вполне. Вот. Вот как-то так. Конечно, ваши переживания мне ясны. Ваши переживания мне понятны. То, что вы переживаете за человека. Это мне понятно. Я могу это понять. Но делать-то вам что? Ведь вы не можете его изменить. Вы не можете его изменить, а может быть он даже и не хочет меняться. А что если он не может меняться? Вот. Ну то есть что если он бы хотел, например, но не может? Мы этого не знаем. А вам, именно вам, в этом состоянии как-то жить, понимаете?
И в этом состоянии, я думаю, тяжело находиться. Сейчас вы взвалили ответственность за свое состояние на человека. Вот. Ну, может быть, он решит вашу, ну, проблему. А может быть и нет. И весь вопрос в том, что вам делать, если он ее не решит. Понимаете, какая штука. Это очень серьезный вопрос. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Я хочу пожелать вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью, вам она пригодится.